отойти от этого, как назовем это, тема. Итак, Министерство просвещения, раз. Министерство науки и высшего образования, я обращаюсь. Сама система, я даже считаю, подлая. Человек должен вызубрить определенное количество материала. Причем, это касается металлургии, где я зубрил то, что даром не надо. Это касается много чего. Это касается самой системы образования, когда 50% надо руками работать. Руками. Я приезжаю с Красноярска, с института в Норильск, на производственную практику. Мне дают шланг с зажатым воздухом. И я 6 часов, вредный стаж, в руках этот самый загубник, то есть этот самый, даже не респиратор, а настоящий противогаз у меня. И я все 6 часов, 6 часов, сметаю пыль с оборудования. Закончилось, ну, заплатили, да, неплохо. Вот на этом моя суть кончилась. И когда я приезжаю потом работать, я дурак дураком, я ничего не умею делать. И так по всей стране. Потом нам еще, вот эта система зубрит, она уже действует 19 века, помните? 0HD0, 0, 0HD1, 0, 0HD2, 0. Это в 19 веке так это классик усмеял. И ничего не изменилось. Вот. Потому что разницы нет. Или тогда, допустим, заставляли учить древнегреческий, а на черта нужно было учить, и все равно заставляли. И много чего еще такого было. По-моему, только латиница еще, может, врачам помогала. Я больше никому, будущим врачам. А так получается, что сама система вот такая, и вдруг, внимание, гром среди ясного неба. Критика есть, есть. Как бы их назвать? Революционеры. Их можно назвать такими, значит, людьми просвещенными. Будем менять опять высшее образование. Я бы начинал со школы. Надо бы. Дебильнее на свете нет, чем биология школьная. Вот, в этих старших классах. Нет ничего дебильного на свете. Вообще. Даже придумать невозможно. А оно существует. Но вот он поступил в институт, уже заторканный, уже и так ни хрена не понял с этой биологией, потому что 99% знаний, они не нужны и не заставляют думать, и главное, пользы никакой. Даже если несколько тысяч терминов ты зазубришь, они не пригодят, ты потом в жизни ни разу больше их не повторишь. Не нужны. Вот. А еще оно взяли за высшее образование. Было это, в начале, как у нас вспоминаем, бакалавриат, магистратура, по западному образцу. И тут решили как? Мы от Запада уходим, мы возвращаемся в Советский Союз. У нас было лучшее в мире образование. Да не от этого оно зависело, лучшее в мире образование. У нас тоже дури было столько, невероятно. Невероятно, сколько дури было. Вот. Другое дело, как к этому относиться. Видишь, ни хрена, что не это самое. Нам нужны, а дети все тупее и тупее, это знают все. Кроме тех, кто должен этому обращаться. И вот вместо того, чтобы вернуться, ладно, к старой системе. Старая система, которая сгнила, потому что экзамены сдавали только за деньги. И кто богаче, тот шел дальше, хотя ему этот диплом нахрен не нужен. Вот. Он на 100 лет обеспечен деньгами вперед, машинами и вилами. Вот. Но на всякий случай не идти же в армию, значит, куда? Значит, в институт. А это кто больше дал денег? Тогда придумали ЕГЭ. А ЕГЭ невозможно заставить развивать мозги с помощью ЕГЭ. Невозможно. Вообще невозможно. Я могу сесть напротив целого этого, коллегии академиков наук, целую коллегию передо мной. Вот. Я ему в этой же ЕГЭ по биологии так выставлю. Кто будет, и у кого еще стыд не закончился, будут глотать валидол. Вот. Никто, конечно, не уйдет, дураков нет. У нас же академики считаются бессмертными. Термин-то давно закрепился. Академик, он же бессмертный. Вот. Вот что. И вдруг, пожалуйста, возвращались, вернулись. Теперь у нас трехступенчатая.
А от этого что, зубрежку прекратят, а? Прекратится зубрежка в школах, институтах. Вот все страшно. Вот я и пишу, завтра придет новая власть. Вот новая власть, я имею в виду не политическую, нет, в науку. А вдруг? Самое главное – умудриться. Вот везде, где есть малейшее подозрение, это переделка самой сути. Вот. Рассказывают так, есть Дарвин, который решил, что мы, то есть, в конце концов, ну, утрирую, там, человек произошел от обезьяны. Ну, вот, оказывается, предка не нашли. Ну что, будем искать, ребята, кто у кого-то загорятся глаза. Даже если докажем, что от обезьяны. На данный момент нет. А? А те вопросы, когда весь мир набит этими страшными, этими самыми гигантскими сооружениями, создать которые не способна современная наука. Ни одного крана такого нет, ни одного прибора нет, ни одного инструмента чтобы создать. А они вот, они во всем мире, они где-то это, только лесом поросли. Вот. Но раз сколько можно до этого не видеть, сколько можно говорить, что 50 тысяч лет назад ходили, червячков собирали, этих самых. Из дерева, как эти жуки-короеды, сами выковыривали и съедали этих. Это называется люди-собиратели. Вот. А потом вдруг они сами собой взяли и начали сеять и дома строить. И это было 5 тысяч лет назад. Ну чушь собачья. Что касается деревьев, то же самое придумали. Где вы видели, что в садах это можно было бы все эти годы, столетия войн бесконечных можно было заниматься спокойно этими самыми селекцией растений. Пошел бельгийский этот самый фермер в лес, глазам не верит. Вы знаете, что размер плодов этих самых груш вкуснейших, лесная красавица, 300-400 грамм, вот такие вот. Принес оттуда, отсюда и пошли груши. А как они в лесу взялись? А вы хоть одно видели? И вот получается, что если у меня таких примеров сотни, и чтобы загорелись глаза, это самое главное. Второй момент. Елки-палки, ведь сколько примеров, что искусственная Вселенная, точнее, искусственная наша Солнечная система. Сколько примеров того, что она искусственная? Ну не может быть, если это вероятность одна из миллиона. Это одна из миллиона, ну, миллион умножаем на миллион, получается, сколько, даже не миллиард, а этих самых, 1000 миллиардов. Ну как же так-то? Ну как же у нас так сложилось-то? Угловые размеры Солнца, Луны одинаковы. И Луна не всегда одной стороной повернута. Как это может быть? Летит это, вся галактика, летит Солнце, летит все гигантские скорости, 20 тысяч километров в минуту или там секунд. Гигантское все. И вдруг она единственная, которую невозможно от Земли отлепить. Одним боком. Вот. Да давайте скажем, ну, вырастите, ну, теперь уже, может, кто-то и правда захочет космонавты. Опуститься на Луну. Походить по Луне, сделать замеры. Убедиться, что с одного боку она, у нее это самое, тяжесть в 100 раз больше, чем у другого. И почему? И тогда получается, что она как пришпилена оказалась, как маленькая встанька, она не может никуда. И вы, вот школьники, давайте вот это посмотрим. А давайте рассмотрим гипотезу Фелизова о том, что вода это не просто вода. Она чудо не как она могла вообще появиться там, когда был большой взрыв? Как появилось это чудо в нескольких состояниях? Там в виде пара, в виде конденсата, в виде воды, в виде льда. Как это случилось? И как там появлялись из ничего, появлялись живые существа? Методом слипания? Невозможно. Чтобы сразу у него оказалось все. И желудок, и делиться пополам. И все шевелится. А вот когда она в этом самом, когда, сейчас закончу. Представьте себе, что там существует структуры, невидимые глазу, но силовые. И там вот он образ этого же самого амебы. И вот туда
Смотришь, ставится, ставится, или там листика, как, нет, не листика, а росточка. И туда вставится, ставятся молекулы, а вот это уже реально. Потому что они могут строиться только в свое место. Вот. И вот уже раз, это и пожил, и вот побежал или поплыло. Вот. Давайте вот это изучим, школьники. Итак, тысячи безапелляционных этих самых, как бы истин, а давайте в каждой найдем слабое место. А может, это не так было? Вот так надо учить.